Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня я вам покажу мод, добавляющий джипы в наш любимый Майнкрафт. Собственно, друзья, мод довольно интересный. В установке данного мода, то есть в архиве, будет несколько установок. То есть будет несколько цветов этих джипов. Вы будете выбирать на свой вкус. Ну и это замечательно. Я выбрал на данный момент зеленый и оранжевый джип. Все они изменяют пауков. Это паук, это уже пещерный паук. Ну что ж, давайте начнем с зеленого джипа. Вот, друзья, такой джип. Качество просто зашкаливает. Я не знаю, как автор это смог сделать, но... Вот смог это воплотить в нашем Майнкрафте. Ладно, давайте залезем в нашу машину. Собственно, вот мы залезли, и, друзья, классно. Просто классно. Интересно, а мы сможем переместиться вот сюда? Так, давайте посмотрим, интересно. Так, почему-то машина начала двигаться. Так. А, да, друзья, все отлично. Мы сели на место водителя. Ну, теперь мы можем и управлять. Что ж, давно такого я ждал в Майнкрафте. Друзья, полноценная машина. Ну, замечательно. Лайк автору. Он же старался, друзья. Ну что ж, да, можно покататься по Дисней парку с помощью данной машинки. Ладно, давайте припаркуем ее вот здесь. И теперь перейдем уже к оранжевой. Вот, друзья, наш оранжевый джип. По идее, от него он отличается только цветом. Ну, давайте также в него залезем. Так, сели не на водительское место. И, кстати, чтобы пересесть, придется выпрыгнуть из машины. Так, рекомендую сначала нацелиться на место. И вот, друзья, все, мы за рулем нашей машины. Да. Что ж, давайте поедем. Так, отлично. Ну и вот мы начали нашу поездку. Что ж, друзья, все просто замечательно работает. Если вам понравился данный аддон, то обязательно не поленитесь и поставьте палец вверх. Ну, а мод скачать вы можете, перейдя в описание под данным видеороликом. Ну, а это и вправду очень классно. Друзья, это какая-то GTA. Честно говорю, это уже не похоже на Майнкрафт. Это просто GTA. GTA в Майнкрафте. Что может быть лучше? Крипер. Жалко, не можем задавить. Жалко. Очень жалко. Но, друзья, и вправду очень классно. Собственно, вы можете так строить свой город, приглашать сюда игроков, то есть ваших друзей. И, друзья, будет классно. Что ж, придется остановиться. И, собственно, друзья, и вправду, на этом мы с вами закончим. Если вам понравился обзор и данный мод, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а на этом все. До скорых встреч!